Всем привет! Мы опять собрались на ночную рыбалку ловить налима. В общем, смотрите сами. Всегда кто-нибудь сидит. Вода стоит, блин, на льду. Там промыло он вообще, видел? Да. Черный все. Фонарь моргает у тебя опять. Батарейка вот такая. Здесь. Ютубе канал. Для Ютуба материал. Где, не говорю. А, слетел. Прям в башку видно было. Груз тяжелый, как всегда. Нет, показался, дергается. Раки, может?
Что, рыбак клюет? Что-то пока не очень. Не очень. Не, ну должно. В любом. Клюнет на пол кило. Крокодил. Ох, нихвы. Вот, на полкило. Побольше, наверное, полкило. Смотри, какая расцветка. Ну-ка, выпрямись. Вот у меня там вот что-то дырка там. Там пятна черные такие, здоровые. Я заметил, не накрутило. Чуть поменьше полкило. Да ну открой что-то. Хорош. Грамм 750, наверное. Да, он такой нехилый вес. Он тащил прилично. Ну да. Надо купить весы и взвешивать, чтобы не возникало таких вопросов. Да? Жалко, здесь сорвался тогда. Прям возле лунки вообще обидно. Сегодня один налим, но очень хороший. Около килограмма точно. Положи, смотрим. Темно, блин, непонятно. На реке возник спор, сколько весит пойманный налим. Вот пришел домой, взвесил, на весах показывает почти 900 грамм, ну скажем так, килошный. Вот такой зверюга. Ну а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.